Сегодня в рубрике «Украшения» я поздравлю вас не на словах, а на деле. Дело в том, что у нас для вас специальное предложение, и это, как уже кто-нибудь из вас точно догадался, цепь. Цепь, которая является абсолютно универсальным подарком, потому что она подходит и мужчинам, и женщинам. Итак, встречайте наше специальное предложение. Цена актуальна только сегодня. Цепь классическая, и цена восхитительная, истинно подарочная. От 899 рублей. Обратите, пожалуйста, внимание на экономию. 1400 рублей скидка только сегодня на эту восхитительную цепочку. Ну что ж, я послушала, что говорят наши зрители, наши потенциальные покупатели об этой цепи. Что вы отметили? Ну, в первую очередь, конечно же, двойное плетение. Плетение у нас ромб. Дело в том, что каждое звено этой цепи напоминает ромбик. Так вот, это двойное плетение, то есть двойной объем. И поскольку каждая грань имеет блеск, посмотрите, это алмазная гранка, граненая цепь, то это двойной блеск. 4900 рублей сумма вашего заказа и доставка за счет канала Shop & Show и уникальное предложение на цепь классическую, актуальная только сегодня, 899 рублей. Ну что ж, это длина за самую короткую версию, а именно 35 сантиметров. Это фантастика, канал Shop & Show предлагает вам выбор от 35 до 70 сантиметров. Такое предложение вы вряд ли встретите в магазине. Настолько оно великолепное, настолько оно притягательное и доступное. 899 рублей за 35-сантиметровую цепь, и вы меня спросите, а как же правильно подобрать? Кому подойдет такая длина, как 35 сантиметров? Это идеальное решение для родителей, для бабушек, для дедушек, для крестных родителей. Дело в том, что такую длину вы мало где встретите, и она подойдет идеально ребенку для того, чтобы сочетать с крестиком или нательной иконой. 40 и 45 сантиметров подходят под подвеску. Кстати, у меня она для вас появится с гранатом, но об этом несколько позже. Ну а длина 50-55 сантиметров будет находиться где-то на уровне уже открытого такого вечернего декольте и, конечно же, подходит вот так, под такие большие вырезы. Скоро весна, милые дамы, так что позвольте себе больше. Ну и идеальный подарок для мужчин, ведь скоро еще 23 февраля, это длина 60-65 и даже 70 сантиметров. Посмотрите, у нас очень хорошая ширина у этой цепи, собственно, именно этот диаметр звена 3 мм. И делает данную цепь универсальной, в том числе и этот диаметр. Вы видите, что она у нас достаточно широкая, чтобы подойти мужчине, и все-таки не настолько широкая, чтобы не смотреться на женщину. То есть это абсолютно универсальная ширина с изумительными граненными звеньями. Я рекомендую такую цепь носить и как самостоятельное украшение, потому что она блестит и переливается не хуже, чем колье с инкрустацией. И в то же время, если вы будете сочетать с каким-то кулоном, эта цепь тоже будет смотреться актуально. Недаром у нее такое название. Классическая. 899 рублей. Что вообще можно приобрести за эти деньги? За эти деньги можно приобрести... Ну, я даже боюсь представить, что, чтобы это была вечная ценность. Наверное, ничего, кроме цепи классической на канале Shop & Show. Но заметьте, пожалуйста, что предложение актуальное только сегодня. Оно действует в течение этого дня. Либо есть важный момент, важное ограничение, пока у нас товар есть в наличии. Такое бывало уже нередко, когда акция еще длится, а украшений-то уже и нет, потому что с самого раннего утра вы начинаете заказывать по несколько этих специальных предложений. И, кстати, я пока что вас не ограничиваю. Хотите две цепочки, хотите три, хотите четыре, хотите пять, шесть, семь, на любой случай жизни и для любого родного, близкого человека. Вы можете делать ювелирные подарки вот так вот, буквально не глядя, на любой праздник, по поводу и без, потому что это супер предложение от канала Shop & Show, цена актуальна только сегодня. Цепь классическая за 899 рублей. Вот именно это плетение я выбрала сегодня для вас в день Святого Валентина, чтобы вы делали подарки и любимым женщинам, и дорогим мужчинам. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, как стильно эта цепь выглядит в виде колье. Вот такая много
многослойность, такой каскад по-прежнему в моде. Это тренд, который остался с прошлого 2016 года, поэтому не бойтесь сочетать несколько длин. Допустим, три варианта длины подряд заказали: 45, 50, 55 сантиметров и носите в виде колье. На одну из этих цепей, так же как у меня здесь, на подставке можно надеть подвеску, и у вас получится настолько уникальный образ, которого просто ни у кого нет. Но когда мы говорим о ювелирных изделиях, что нас еще с вами волнует? Нас волнует безопасность и комфорт, безусловно. Ведь цепь — это украшение, которое мы носим не снимая в течение всего дня. Ну а если это цепь под нательный крест, мы вообще с ней не расстаемся. Это золочение, выполненное высококлассным методом гальванопластики. Оно абсолютно неотличимое от золота. Другое дело, что отличается цена. В золоте стоимость такой цепи, ну вы слышали, как оценивали наши зрители, от 7000 рублей. Наша цена почти в 10 раз меньше, 899. Но это еще не все. Когда мы надеваем цепочку, для нас важно, чтобы она надежно была зафиксирована на нашей шее. Для нас важно, чтобы подвеска, которая есть на этой цепочке, тоже не потерялась. А это значит, что мы обращаем внимание на замочек. Согласитесь, когда вы выбираете цепочку, вы всегда смотрите на застежку, насколько она комфортная, насколько она удобная. А женщины еще смотрят на то, насколько она безопасная для маникюра. Так вот, я спешу вас обрадовать. Здесь используется замок карабин. Он непростой в оформлении, в создании. То есть техника, технология его создания не самая простая. Поэтому карабин делают на высококлассных украшениях. Если что-то такое попроще, то могут сделать замочек колечко, то есть шпрингельный. А здесь, посмотрите, пожалуйста, здесь у нас застежка карабин, а это значит, что вы получаете украшение еще и очень надежное. Обратите внимание, как идеально вписывается карабин в это плетение. Не шире, не тоньше, чем общее полотно этой цепи. Он даже не заметен, если перевернется на вашем теле. Он очень-очень надежен и комфортен в использовании.